эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Окружение обладателей этого имени вынуждено постоянно ободрять их и побуждать к действию, поощрять их усилия и подчеркивать их значимость. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У этих людей в голове всегда полно идей. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Тех, кого назвали этим именем, сумеет под пестрым покрывалом внешних событий уловить внутренний ход вещей, иногда интуитивно установить причинно-следственную связь. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Наиболее яркие положительные черты характера относятся к тем людям с этим именем, кто родился между 20 июня и 27 июля, период, именуемый «Домом Луны». Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.